Дождались. Самый разочаровывающий квест, растянутый в вечность, равную 3 неделям, окончен, и награда за него получена. Сегодня мы говорим о первом в Destiny 2 пулемете Владыка Грома — Thunderlord. Привет, Страж, меня зовут Джонни Лейни, ты на канале Triple Vibe, и давай я сразу предупрежу тебя о том, что если ты все еще не прошел финальный этап этого квеста, то в этом ролике для тебя будут спойлеры. Учти. Как получить этот экзот? Экзот — квестовый, как вы догадались, квест выдавала Аманда Холидей во время ивента «Фестиваль усопших». В последний день мероприятия игрокам давали этот квест, и каждый еженедельный ресет он получал по одному этапу. Гениальная схема, да? Как теперь получить пулемет? Как начать квест? Судя по всему, вам нужно будет также взять квест у Аманды и начать все сначала. Одно я не понял, сможете вы выполнить все этапы разом, или же вам также нужно будет ждать каждого обновления для продвижения по этапам поручения? Пишите в комментариях, кто как этот квест будет выполнять после ивента. А какие, в общем-то, этапы? Когда возьмете квест, вам нужно будет открыть 10 легендарных энграмм. Проще всего просто подойти к мастеру Рахулу в городе и купить у него эти энграммы. Вторым этапом нужно будет отправиться зачищать затерянные сектора в локации «Европейская мертвая зона». Ну а после — третий этап. Третий этап, как и ожидалось, вернет нас на космодром. Локация, где наш страж был найден призраком. Локация, где мы начали это путешествие 4 года назад. Локация, которая так много значит для каждого игрока. Этап сам довольно стандартный, и убить большого падшего, но я уже говорил, в чем фишка этой миссии, когда ее еще только сливали по некоторым утечкам. Она полностью повторяет миссию из первого представления Destiny широкой публике на далекой E3 2013 года. Короче, уровень ностальгии, как вы понимаете, максимальный. Я лично никак не мог нагуляться по этой локации, минут 30 исследовал все, пытаясь найти что-нибудь интересненькое. И нашел. Тут есть 2 сканируемых предмета с небольшой историей. Кейд однажды привел меня сюда. Мы увидели машины и тела людей, которые погибли, пытаясь спастись во время коллапса. И он сказал: «Слушай, не парься насчет смерти. Смерть — это не конец, ведь теперь у нас есть странник. Если ты когда-нибудь затоскуешь по своей семье, просто вспомни, что однажды они возродятся и станут стражами. Нужно только подождать. Я все еще жду». Это здесь тебя нашел призрак? Интересно, был ли ты среди беженцев, или же ты пришел после? Возможно, ты спасался от падших, но прогадал с укрытием. После того, как мы покинем космодром, получаем награду у Аманды, последняя энграмма Айвза. Открываем ее и получаем заветный экзот. Владыка Грома — экзотический пулемет. Первый пулемет во второй части, который по сути является перенесенным экзотом из первой части, и он же первооткрыватель класса пулеметов для Destiny 2 в принципе. Напомню, что в дополнении Черный Арсенал, которое выйдет в декабре, мы увидим еще больше представителей этой разновидности оружия. Главный перк Царства Хаоса. Убийства из этого оружия создадут молнии, бьющие сверху, а второй основной перк — грозовые патроны, он сцепит эти молнии. Эта связка перков делает Владыку Грома лучшим оружием в третий слот против кучи мобов, против отдельных мощных мобов, против боссов, да это просто машина-убийца. Я вот буквально на днях проходил налет с электрическим модификатором и ловил себя на мысли, что привыкнув к 1000 голосов в третий слот, мне нечего ставить в него, например, на электроурон. И теперь есть, теперь еще как есть, да. Вы просто посмотрите на это. Просто посмотрите на это выкованное Зевсом оружие. Пара патронов, толпы нет. Вам даже не обязательно делать хедшот, чтобы все сработало. Кто мог подумать, что пулемет окажется настолько хорош? Ну, серьезно. Это просто. Хорошо. Ха, а что он творит в ПВП? Для убийства нужно 4 попадания в голову. Хорошо, что не 3, правда?
Взяв ящик с патронами, мы делаем старые добрые 7-8 убийств за заход, берем еще, и наш фармзавод вообще уже не остановить. 51 патрон, господа. 51 патрон в третий слот. Это слишком дохера. Это точно будут резать, это точно будет нерфаться, это инсайт, прогноз, как хотите называйте, так что успевайте пользоваться. Ну и я не очень вообще знаю, что говорить тут о ПВП, когда можно просто показать. Это просто великолепно. Берешься как настоящий титан первого столпа. Это просто потрясающий рабочий пулемет. Я, конечно, понимаю, что все мы ждали мощную пушку. Ну не знаю как вы, а я боялся все же где-то задней мыслью, что его побоятся поломать и в итоге сделают как вообще водяной пистолет, бесполезный, просто ради пасхалки, ради переноса перенесут, вот вам пулемет. Но нет, это реально крутой экзот. Короче говоря, если ты смотришь это видео и у тебя все еще нет в арсенале Тандерлорда, Владыки Грома, то бегом исправлять. На этом пока все. Спасибо за просмотр. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал и, конечно же, получить пулемет. Не, ну серьезно, как же хорош.